Мне всегда было интересно и наблюдать за женщинами, которые круто озвучивают свои видео, но мне нечего сказать. Я просто беру свою любимую швабру, переставляю, как обычно, всю свою мебель. В зале мы вообще первый раз так расположили свои диванчики. Оказалось, это очень удобно, так как в основном, когда стол мы ставим посерединке, он мешается. Тут я быстро-быстро беру, пытаюсь передвинуть все эти ковры, но они оказались очень тяжелые. Я ждала помощи очень долго. Потом пыталась сделать все сама, но я не смогла. Позвала на помощь маму. Тут она позвала еще вдобавок папу, пошла звать его. Мы быстро все сделали вдвоем, потом втроем. Сын сидел, мы за него не волновались, так как он у меня очень спокойный. Тут я переставляю все стульчики, так как в этот день должны были прийти гости. Вообще очень странно, но из всей своей семьи я самая гостеприимная, я люблю гостей. Иногда даже просто так могу кого-то позвать из родственников. Представляю, убираю игрушки. Сын тут на меня обижается. Ладно, все, мы ушли. Вот и результат. Тоже особо не заметен. Ну, вообще круто убралась, мне понравилось. В следующий раз не знаю, куда эти диваны положить, расположить, так как очень мало места, с обратной стороны не получится, так как телевизор смотреть неудобно.